Всем привет! Короче, мы тут строим домики. Этот домик я построила... Ну, типа как игла, но не совсем. Да, потому что он не из кубиков. Сейчас покажем получше. А я сейчас бегу. Я иду к девочкам. Что сделаю? Палочку откапываю. Вот, копала. Палочку? Катя там домик копает. Лопатой. Тихо. Погодка в уголке. Чё ты копала? Окси, чё ты копала? Палочку. Палочку. Так мы делали, я делала иглу, вот эту, потому что мы делаем. Какая-то... Я опекаю так. Так, насушила я уже целый тазик сухарей. Что нам сейчас для этого понадобится? Сейчас покажу. Так, для того, чтобы дальше делать сухари, нам понадобится растительное масло, чтобы полить. И потом посыпем говяжьим бульоном роллтоном. Просто куриного в нашем магазине не было. Вот он у меня, видите? Будем посыпать. И опять ставить в духовку, потом все это сушить. Сейчас я вам покажу, как я буду это делать. Вот такие вот сухарики у меня получились. Сейчас мы их с вами снова будем высыпать на противень и отправлять дальше в духовку подсушиваться. Сейчас уже мы будем отправлять их ненадолго в духовочку, еще немножко, чтобы масло растительное подсушилось. И отправляем в духовку для дальнейшей сушки. Так, первая партия готова. Катя, возьми, попробуй и скажи, вкусно, нет? Егор, попробуй и скажи на камеру, вкусно или нет? Тебя видно не будет, не бойся, только голос будет слышно. Вкусные, да, какая-то, как магазинские получились? Считайте, я их роллтоном сыпала, маслом, роллтоном, и вкус такой говяжий. Но вам понравились? Да. Так, Катя себе побольше тарелку взяла. Набирай сухарики. Если вам понравился мой сегодняшний рецепт, поставьте лайк. И буду я доделывать остальные горячие, да, Катюша? Видите, как дети сразу у меня напали на эти сухарики. У тети Жени, помнишь, мы, Катя, такие пробовали? Да, нет. А, ты не пробовала, Света пробовала. И вот сейчас дети, видите, накладывают все сухарики. Ладно, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Сделала сухарики, дети довольны, а это самое главное.
Так как я таким способом первый раз делаю, в принципе, получилось неплохо, но немножко зажарила чересчур. Ну, я всегда обычные делала, без всяких приправ, просто нарезала и все. А тут с приправами. Я решила попробовать деткам сделать. Но деткам понравилось, сразу пошли кушать. И запах вкусный у них. Сейчас остынут, будет дальше кушать. Если вам понравилось, тоже делайте. Там ничего такого, не на какую-то приправу, которую вы будете делать их, и масло растительное, и хлеб. По сути, все. Все, у меня доделались последние сухарики. И все. Сейчас достану их и вывалю тоже в миску. И пусть детки на здоровье кушают. Ладно, буду заниматься дальше делами. У нас уже вечер, и мы со Светой идем в садик. Муж все еще не приехал с города. Он уехал за моими лекарствами. Ну и по пути в магазин там. И до мамы до своей хотел зайти. И все еще не приехал. Я думала, он успеет, приедет, но нет. Погода сегодня на улице, тепло, хорошо. Сейчас покажу, что тут девки накопали. Смотрите, какие-то туннель. Здесь туннель. Тут вообще непонятно, что. Тайсон. Светик уже вперед, мама убежала. Свет, подожди, не торопись. А то я не успеваю. Ладно, идем в садик. Идем в садик. У нас дороги, видите, какие? Лужи, лужи, а мы идем так. Там Марина идет, а сзади Ваня. И идем до дома. Смотрите, Ваня повторяет за Мариной. Марина здесь вот так по сугробу идет. И Ваня там тоже по сугробу идет. Со Светой. Я, говорит, большой, я умею. Да. Большая, ну. Ваня большой, Ваня умеет ходить, да? Да. Ваня хорошо. Тихонько не падай. Шагай, Мариночка, аккуратно только. Тут у нас лужи, видите, какие здоровенные. Ладно, идем. Шагай, шагай. Ваня большой, может сам, да? Да, Марина тут идет. Света уже ушла. А мы потихоньку топаем. Аккуратно. Аккуратно. Молодец, умница. Все. Можно, если хотите, идите гулять. Все, пришла я уже с садика. Муж у меня съездил в город, забрал мне лекарство. Сейчас я его найду. Где оно тут, лекарство? А вот оно. Мне назначил врач витамины. Но он назначил другие, я взяла аналоги другие уже. И буду пить. Это как сердечный препарат. Для сердца витамины. Муж также купил вот такие вот вафли вкусные. И кабачковую икру вкусную купил. И туалетную бумагу он купил еще. Раздетый пришел. Так, это мне на стирку. У меня камера вообще-то была включена, если ты раздетый. Ты пробовала сухарики? Нет. Так, все понятно. Также купила я моющее средство Биолан. У нас моющее средство вообще закончилось все. И брали мы газировку пить еще. По дороге пить хотелось. Чувствую я сегодня себя немного лучше. Намного лучше. Даже домашние дела поделала. Извините, просто во рту все сушит. Так что вот так вот. Сейчас буду дальше продолжать стираться, уборкой заниматься, наверное, что-то кушать приготовим. Что будем готовить? М? Ну, чуть не вывалила кабачковую икру, да, пирожную? Вкусная кабачковая икра. Ладно, сейчас, если что-то буду готовить, значит, сниму на видео. Если вам интересно, то оставайтесь с нами. Так, что буду готовить на ужин? Ленивые голубцы. Томатные заливки. Приготовлю сейчас, залью. Поставлю в духовку. У меня там есть каша с кашей. Самое то.
Потому что жарко печь. Я сегодня все окна хоть открывала, но дома душно все равно. Печку сейчас затопить будет вообще духота невыносимая. Поэтому решила печку не топить. Там есть каша. Каши сделаю сейчас ленивые еще голубчики. И все. Можно еще салат сделать. Там есть огурчики, капуста. Колбаска есть. Можно, по идее, еще даже салат приготовить. Ну, сейчас посмотрим. Дети, представляете, уже полтазика сухарей съели. Довольные. Мама говорит, теперь всегда так сухарики делай. Счастливые, довольные, им нравится, им вкусно. Ладно, дорогие друзья, сейчас залью, поставлю в духовку, потом покажу, чем мы будем кушать. А вы напишите обязательно, что вы готовили сегодня. Дорогие друзья, у нас уже вечер. И хочу показать, что у меня приготовила на ужин. А на ужин у нас сегодня каша с ленивыми голубцами. По 1,5 штучки всем как раз досталось. Мне 1 штучка, плюс я еще с имбирем. Егора тоже будет с имбирем, но он себе отдельно ложит. Это порция мужу. Всем остальным по 1,5 штучки. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Да, я сейчас знаю, что вы мне напишите, а почему так мало каши? Маленькие едят мало, а старшие, если захотят, они себе добавляют обычно сами. Всем приятного аппетита!